целом, за ходом голосования в Казахстане будут следить наблюдатели из 4 континентов мира. В ЦИК процедуру регистрации прошли более 1000 иностранных граждан из Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Большинство наблюдателей представляют международные организации. О том, как оценили электоральную гонку эксперты, расскажет Гульнара Хасан. Штаб миссии от наблюдателей СНГ открылся в столице 20 мая. С этого дня работа в нем не утихает. Члены миссии анализируют избирательное законодательство, изучают поступающие сведения от коллег из регионов. Последние уже побывали на избирательных участках столицы, Алматы и Шымкента, а также в Восточной и Западно-Казахстанской, Атырауской, Алматинской, Акмолинской и ряде других областей. Электоральный процесс наблюдатели оценили позитивно. Если в целом говорить о проведении избирательной кампании, то, по нашему мнению, она проходит спокойно, организованно и в свободной атмосфере. Посещение показало, что участки, в принципе, готовы к проведению избирательной кампании. Имеется вся необходимая информационная литература, которая необходима быть на избирательном участке, имеются методические пособия. За выборами в Казахстане наблюдают 432 представителя стран СНГ, а также делегаты от Организации исламского сотрудничества, ШОС, ОБСЕ и других авторитетных международных организаций. Всего зарегистрировано более 1000 наблюдателей. Как отметил глава миссии ШОС Владимир Норов, интерес к выборам в Казахстане у международного сообщества высок. Во-первых, 7 кандидатов, и среди них женщины. Это впервые в практике, выборной практике Казахстана, женщина выдвигает свою кандидатуру. Если мы говорим о допускаемых нарушениях, как таковых мы пока еще ни одного не слышим. Работать наблюдатели международных организаций будут не только в Казахстане. Представители также аккредитованы на зарубежных участках. Информацию о соблюдении закона в день голосования они будут высылать в центральные штабы по электронной почте или факсам. Гульнара Хасан, Марат Диханбаев, Хабар 24 из столицы.